Ракетный эсминец США покинул Черное море. Эскадренный миноносец УСРАС проводил операции по поддержанию безопасности на море, а также взаимодействовал с союзниками по НАТО. Американский ракетный эсминец УСРАС завершил операции в Черном море в среду, 28 февраля, вышел из его акватории. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, который отвечает, в частности, за морскую безопасность европейского региона. Отмечается, что ракетный эскадренный миноносец УСРАС класса «Арлы Бёрг» вышел из Черного моря 28 февраля 2018 года после проведения операций по поддержанию безопасности на море и укрепления региональной стабильности, а также усиления общей готовности и морских возможностей с союзниками по НАТО и партнерами. За время морской операции УСРАС заходил в порт Румынии, а также проводил военные учения в Черном море. Напомним, американский боевой корабль вошел в акваторию Черного моря 16 февраля. Вслед за ним в Черное море вошел эсминец «Карни». Отметим, УСРАС в апреле 2017 года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.